На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Среднего Лукерья, мне 7 лет. Я живу в городе Ярославле и хочу рассказать стихотворение, которое мы с мамой сами сочинили. Первоклассница теперь я, а зовут меня Лукерья. И поверьте, что уроки мне милее перемен. На уроках так спокойно, все ведут себя достойно. Даже мой сосед по парте настоящий джентльмен. Перемена всех меняет. Кто-то девочек гоняет, кто дерется, кто играет. Кто-то бегает в буфет, аккуратненько по стенке ходим мы на переменке. Коридор, как поле боя, страшно выйти в туалет. Потому как все несутся со звонком на перемену, я сижу спокойно в классе, математику учу, книжки разные читаю. Знаю я, что непременно за незнание перемены я пятерку получу.